Анонс и дата выхода 9 и 10 серии второго сезона сериала «Тест на беременность». 9 и 10 серия сериала выйдут на Первом канале 9 декабря. В 9 серии мы увидим, как Наташа с Андреем спасают оставленного в школьном туалете младенца. Бахметьева находит среди старшеклассниц его мать. Девушка сама чуть не погибает. Женя ставит школьнице диагноз и раскапывает шокирующую правду об отце ее ребенка. Руслан с Андреем вместе проводят уникальную внутриутробную операцию по спасению двойни. Узнав о расставании Бахметьевой с Лазаревым, Калмогаров предлагает Наташе вернуться к нему, обещая любить Мишку как собственного сына. В 10 серии мы увидим, как Женя с Майклом вычисляют, чем болен Наташин сын. Мише необходима трансплантация костного мозга. Махметьева звонит Руслану, являющимся идеальным донором для Мишки, но квоты на подобные операции закончились. Бахметьева просит Калмогарова, а Руслан – Ингу, выбить квоту на лечение сына. Лазарев намеревается продать квартиру, а также просит Женю повлиять на своего учителя. Паша видит, как Надя с Багировым выходят из подсобки и набрасывается на психиатра с кулаками. Евгения Ефимовна сообщает Наташе, что кто-то из своих причастен к пропаже лекарств. Бахметьевой предстоит провести операцию, не имеющую аналогов в России. Напомним, 9 и 10 серия сериала «Тест на беременность» второй сезон выйдут на Первом канале 9 декабря. Ставим свои царские лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.